Воронеж, привет! Ну что, мы уже здесь. Сегодня мое шоу «End Tour» состоится здесь, в ивент-холле. Несмотря на то, что мы были здесь полгода назад буквально, тем не менее, вновь мы тут, потому что было большое количество зрителей в прошлый раз и большое количество отзывов и просьб вернуться. Так вот, мы вернулись спустя полгода. Пожалуй, это самый короткий промежуток времени, какой происходил между концертами в городе, ну, если не считать городов курортных. Так вот, ждем всех вас сегодня вновь. End Tour, многое будет того, что не было в прошлый раз по сцене, потому что мы в этот раз выстроили сцену внутри сцены. В общем, запарились конкретно, и многое, что не удалось показать в прошлый раз из-за того, что сцена не позволяла, в этот раз мы все-таки покажем. Поэтому даже тот, кто придет второй раз, увидит много нового. Слушайте, смотрите, какой мне торт подарили сейчас от концертного зала, от ивент-холла. Посмотрите, какой крутой, а? Это все съедобное. Сейчас съем себе голову. Ну, тут я, конечно, чуть постарше, чем в жизни. Но сходство есть. Да, вот. Даже тут светятся лампочки, представляете? Круто, спасибо огромное. Приятно. Муа!